Итак, мы уложили пациента, да, и начинаем работать с его спиной. В данном случае мы работаем по половине спины относительно позвоночника, да, по той половине, которая находится от нас дальняя. Ну, в данном случае это левая половина, и неспроста именно левая. Левая нам нужна для того, чтобы мы работали с кровью организма, с сердцем, с кровью и лимфой человека там, где сердце. То есть с той стороны мы начинаем активизировать эти процессы. То есть работая здесь, увеличиваем трафик тканей, да, именно ближе к сердцу. Условно говоря, эту часть тела мы тоже делим на три части. Вот лопаточная зона, да, средняя часть спины, ну, можно вот еще поясница, третья часть и четвертая часть ягодичная. Да. Вот такие четыре части получились, ну, примерно равные они. Да, у нас. Их тоже выбираем по обработке с той, которая ближе к сердцу. Да? Сначала вот эти вот, лопаточная зона и грудинная зона. Да? Здесь нагнетаем кровь больше. Будем сейчас обрабатывать, я покажу все приемы. Да? Просто хочу понять, чтобы вы понимали, как идет и работает кровь. Далее поясничную область. Да? Будем отсюда тоже сюда, вверх, вверх, вверх и вот сюда в бок. Потом работаем с ягодицами. Также гоним вот сюда-сюда и вверх. Гоним кровь. Почему это в таком порядке именно действует? И дальше будем работать с телом человека, со всеми его конечностями. Также будем делить на вот такие зоны. Ягодичная часть, бедренная часть, да, икроножная часть. Стопы. Стопы. Да хотел пошутить. Пяточно-лодыжечная часть, или как это, крестцово-пяточная часть, целлюлитно-ляшечная часть, вот это вот, ну так, мы, такой профессиональный юмор у нас. Тоже делим вот такими частями от центра, да, нашего организма, от сердца. И обрабатывать, ну, все движения, во-первых, делаем, конечно, снизу вверх в эту сторону, да, ну и с правой стороны тоже в эту сторону, и по рукам тоже вот в эту сторону, да. От конечности к центру. И в голове, и с ушами также будем работать от конечности к центру, вот сюда, в сторону сердца, да, от ушей тоже, в сторону сердца, вот туда. Все вот туда. Еще раз объясняю, почему именно такая система работы у меня. Во многих школах по-разному говорят. Кто-то начинает говорить, надо от пальчиков ног идти, да. Вот это вот, типа тайских, например, там на Востоке любят. Или кто-то говорит, надо от правой руки идти, от пальчиков, да. Кто-то говорит, надо с живота начинать. А кто-то вообще все процедуры делает... Ой, от головы начинать. А кто-то говорит, что все процедуры вообще надо через живот только делать. Он начинает именно с живота. Но в данном случае мы, еще раз повторюсь, работаем с кровью. Используем эффект аутогемотерапии. Кровь сама человека лечит. Ну, сам себе человек кровью излечивает. Поэтому нагнетая кровь в каком-то участке, увеличивает там трофику тканей, да, соответственно, и проходимость ее больше увеличивается, да, и отток тоже быстрее начинает работать. Мы не можем пойти сзаду, ну, то есть, ну, как бы, наоборот, спереди, назад, потому что, ну, кровь пойдет не в ту сторону, грубо говоря, да, то есть, соответственно, сердце будет страдать, сердечная мышца будет что-то недорабатывать, не хватать ей будет. И не можем пойти отсюда. У нас массаж достаточно активный, энергетический, ну такой, на уровне спортивного классического массажа. Основа, кстати, у нас русская традиционная школа массажа. Но вот эти вот нюансы разработаны именно мной. Отсюда мы тоже не можем идти, потому что тут-то еще не разработанная часть холодная осталась, да, если мы начинаем с ног. И, соответственно, проходимость слабее. Поэтому мы, наполняя отсюда, увеличиваем напор.